Актер русского театра, драмы и комедии Карачаева-Черкесии вновь радует ценителей театрального искусства. В филармонии города Черкесска состоялась премьера комедийного спектакля «Жених из шкафа». Главная героиня очень хочет выйти замуж, но встретит ли она свою вторую половинку, расскажет Дарья Тендит. Театральная премьера по пьесе «Лилии Моцарь. Жених из шкафа» проходила при полном аншлаге. По сложившейся традиции, перед началом спектакля всех присутствующих поприветствовал директор Русского театра драмы и комедии Хасан Биджиев. У нас есть постоянный зритель. Я их вижу, я как всякий раз выхожу, когда перед спектаклем я узнаю. В основном это женщины. И я думаю, что пора им, наверное, и мужскую половину тоже подтянуть сюда для просмотра спектакля. Шкаф с женихами находился дома у двух главных героинь. Деспотичная мамаша Зои, которая продавала огурцы на рынке, и ее 30-летней дочери, школьного психолога Джульетты, которая очень хотела выйти замуж. Но из-за неудачного семейного прошлого матери и дочь не должна была обзаводиться семьей и поставила условие – в доме никаких мужчин. Мне не трудно повторить тебе еще раз, доча, что мужик в этом доме появится только через мой труп. Вот как только перекинулся, пожалуйста. На протяжении спектакля у Джульетты появлялись новые потенциальные женихи, которых приходилось прятать в шкаф. Но однажды заявился и отец, которого она не видела 30 лет. Чтобы избежать скандала, и отцу пришлось поселиться в шкафу. За дверцей сидели учитель Геннадий Сергеевич, который приходит к Джульетте за психологической помощью, байкер Паша Задолбалов, за которым всюду носится бывшая теща тетя Галя, и отец с очень вредной наследственностью, а точнее фамилией, пришедший по объявлению Потап алкоголик. Ну что, помиримся силами, да? Давай. Маман, посадят. Девочки, я еще ни разу не видел, чтобы тещи драли бы из-за зятьё, но я предлагаю, пускай дочь сама выберет, кто ей нужен. Я доволен работой и доволен, что зрители довольны. Это самое главное. События разворачиваются молниеносно. Несмотря на страхи и сомнения, каждый обрел свое счастье. Поклонники театрального искусства в знак благодарности подарили актерам бурные аплодисменты и букеты цветов. Это легкая бытовая комедия, которая заставляет не только смеяться, но и переосмыслить свою жизнь, отмечают зрители. Премьера театра – это очень большое событие, тем более такие классные актеры. Такое впечатление, такую радость. Ну, очень нравится, как они играют, профессионально. Пришли вместе, всей семьей, получили огромное-огромное удовольствие, поэтому рекомендую всем, кто не смог посмотреть сегодня. Сегодня был аншлаг, зал был забит, поэтому обязательно, когда будет повтор спектакля, я от всей души приглашаю всех горожан, гостей нашей столицы, нашей республики обязательно сходить на этот замечательный спектакль. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия.